места здесь уже нет. Приехали мы одним из последних. Но вот здесь еще я могу найти уголочек. Спецпроект про Бирюсу. Можно я у вас сейчас спрошу, что у нас сегодня на обед? Вы мне скажете, суп такой-то. Расуми. Вот, вот сейчас еще раз просто. Вчера вот мы ели, по-моему, яблочки у нас вчера были. 200 килограмм. 200 килограмм яблок. Да. В день на поляне присутствует около 30-40 преподавателей, которые работают по различным направлениям. Около 180 лекций пройдет за всю смену. Это конкретно лекции. Ногу вот эту чуть подальше, чуть под наклон. Так. Нет, в другую сторону. Так. Да, все. Не получилось! Ну, наконец-то он мне с кем-то познакомился. Два года ни с кем не знаком, представляю, кстати. Любимый, собственно. Ее как-нибудь, а? Прелесть, не правда ли, дорогая? Сделай мне, пожалуйста, фотку для Инстаграма. Что? Ну там, делай голову. Ну, обычно это движение. Я даже в этой маске уже. Бирюса – это мы в самом центре страны. Бейдж нам нужен для того, чтобы быть уверенными, что вы не шпионы, не бандиты, не участники, которые остались с прошлой смены каким-то образом здесь, а просто хорошие люди. Самое страшное, что маленькие пальчики могут залезть в большие дырочки. Поехали. Бирюсинский пляж работает не круглосуточно. Всего 3 раза в неделю он открывает свои двери для бирюсинцев. Утром, в обед и вечером. Все для того, чтобы... Что? День. Я что сказала? Неделю. Привет. А кто у вас голос Бирюсы? 3-й год приезжаю сюда в таких замечательных тапках. Верим в себя и растем над собой. Забыла. Первый вопрос твой или мой? Давай на ишачок. Это как? Я думала, это камень, ножницы, бумага. Ну или так. Давай. Верим в себя и растем над собой. Дышим с тобой мы одной бирюсой. Мне кажется, если ты прошел горнило веревочного городка, тебе больше ничего никогда страшно не будет. В этой жизни. Чем больше температура в шаре, тем быстрее он летит вверх. Чем меньше температура, тем быстрее он летит вниз. Шрёдингер пришел на бал с котом. Назовите, пожалуйста, Вера, Марию, ура! Которые, получив приглашение, просто светились от счастья. Еще бы поспать. Просыпается комиссар. Комиссар ищет маффин. Нет, надо вставать.